В Венесуэле на месяц отложили президентские выборы. Изначально планировалось, что выборы состоятся 22 апреля, однако позже власти высказались за перенос голосования на конец мая. Это позволит провести одновременно с ними и выборы в местные органы власти. В Национальном избирательном совете Венесуэлы объявили о решении перенести президентские выборы на 20 мая. Глава совета Тибеса Илусина объявила о новой дате выборов и подчеркнула, что регистрация кандидатов завершится сегодня, 2 марта. До 10 марта продлится регистрация избирателей, желающих проголосовать на выборах, сообщает в пятницу агентство ЭФ. Изначально планировалось, что выборы состоятся 22 апреля, однако позже власти высказались за перенос голосования на конец мая. Это позволит провести одновременно с ними и выборы в местные органы власти. Основными претендентами на победу в борьбе за пост главы государства считаются действующий президент Николас Мадуро и представляющий оппозицию бывший губернатор Энри Фалькон. При этом многие оппозиционеры отказываются участвовать в выборах, считая, что голосование не будет честным. Напомним, 1 марта Мадуро объявил о повышении размера минимальной зарплаты на 58%. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта news.com.